Здравствуйте, друзья! С вами Федерация судебных экспертов, передача «Слово эксперту». Меня зовут Мезенцев Дмитрий. Сегодня я продолжу отвечать на ваши вопросы, которые поступают в адрес нашей организации. Сегодняшняя беседа будет посвящена системам водоснабжения, отопления, электроснабжения квартир и частных домов. У нас в помещении в прошлом году прорвало трубу из полипропилена в момент сильных морозов. Сейчас необходимо выяснить причину, сколько стоит такая экспертиза и сколько времени необходимо. Значит, трубы в системах и водоснабжения, и отопления периодически страдают. Касается это и металлических труб, и полипропиленовых, и там, полиэтиленовых, любых других. Значит, мы эти экспертизы проводим. Можете написать нам более конкретную заявочку, то есть интересует, во-первых, что это за труба конкретно, ее марка, во-вторых, ее диаметр, и в-третьих, ту систему, где она используется, что это отопление, водоснабжение или вообще это наружные сети. Вот, исходя из вот этих конкретных сведений, мы определимся со стоимостью. Значит, установим, необходим ли выезд к вам на место и осмотр системы, либо достаточно будет предоставить вам образец в адрес нашей организации, образец трубы. Вот после этого сможем вам окончательно ответить по стоимости, по срокам проведения экспертизы.